Когда-то лев не умел рычать. Как же он научился, спросите вы? А вот как. Больше всего на свете лев любил мультики. И чтобы занять лучшее место перед телевизором, он научился громко рычать. Но потом лев открыл для себя мультбиблиотеку от Триколор ТВ. И теперь не рычит, а мурлычет от удовольствия. Бери пример со льва. Заходи в мультбиблиотеку от Триколор ТВ и смотри любимые мультики на всех устройствах в режиме онлайн. Доступно только для абонентов пакета «Детский». Мультбиблиотека. Мультики в твоем кармане.